видео, которое называется What? Этот тег я, помимо того, что с Олесей также снимаю совместно с девочкой Томой, у нее очень интересные классные видео, я смотрела, мне понравились, так что рекомендую вам посмотреть. Итак, мы начинаем снимать тег What? Итак, первый вопрос этого тега: что ты делала до того, как стала снимать это видео? Ну, до того, как мы стали снимать это видео, мы гуляли и прогуливали Софию, собачку Лесси. Да, она такая милашка, мы ее по всем буграм здесь водили, это было что-то. Итак, второй вопрос этого тега: что ты ела на завтрак? Я ела на завтрак, когда проснулась, я пожарила себе яичницу. Так, яичницу намазала хлебушек. С маслом. И горячий чай. И еще яблочко. А ты что? Я то же самое. Заела это виноградом с апельсином. Что ты натворила вчера вечером? Я натворила? Сломала компьютер, что я вчера сделала. Вместе с планшетом. Это вообще мужик. А я вчера вечером что натворила? Я вчера вечером... Как ни странно, была спокойной. Четвертый вопрос. Что я делала со столом? Что я делала со столом? Я на нем ела. Я на нем ела и чай пила. Больше ничего? Нет, у меня еще есть самое большое разнообразие. Я делала на нем уроки. Пятый вопрос. Что будет делать крокодил Гена, если упадет в тумбочке? Ну, я думаю, он будет выглядеть примерно так. Дети делают в школе. Ну, по мне, дети в школе учатся, что еще занимаются всякое. Но если судить по нашему классу, то мы бесимся, как всегда. У нас, короче, когда мы заходим в кабинет, нам все учителя просто... Ну, это 8-й класс, что вы хотите. Получается, 7-й вопрос. Что ты любишь больше всего? Я люблю музыку и спорт. Я больше всего на свете, наверное, люблю это свою семью, своих друзей, и снимать видео – это мое призвание. Я тоже люблю свою семью и родных, и близких, ну всех, и друзей тоже, ну и своего парня. Что твой друг или подруга делает сейчас? Ну, если судить, что делает сейчас Олеся, то она сидит рядом со мной. Если судить, что сейчас делает Галя, она наверняка лазит в телефоне или еще что-нибудь, а Хади сейчас на парах. У меня нечего сказать. Вон мой друг, и вот мой друг. Вопрос, что твой делает питомец сейчас? Что твой питомец делает сейчас? Делал в данный момент. Да. Ну, у меня питомец это Лесси и двое котов больших. Ну, Лесси сейчас 100% валяется и спит, ест. Она может что угодно делать. Это не собака, это ураган. А коты наверняка носятся по дому в поисках приключений. Так они всегда делают. У меня нет. Последний вопрос. Что здесь происходит? Мы снимаем видео. Что еще мы делаем? Да, а еще что здесь вокруг происходит? Я вижу всяких людей, детей, они приходят. В общем, иногда я сама задаю вопрос, что происходит. Обычно это бывает. Итак, вот и кончился тег. Если вам понравилось это видео, то ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Томы. Еще раз говорю, ссылка на ее канал будет ниже в описании. Обязательно подпишитесь, посмотрите, надеюсь, вам понравится. Пока всем. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо, что меня смотрите. Я очень рада.